Да, это тос. Да, нам нужны два Бэтмена, шесть Джокеров, 14 Халков. Что, мы уже снимаем? Здравствуйте, друзья, с вами Илья Буслов. Это Вселенная Супергероев. И сегодня мы поговорим про Капитана Америку. А вот и упаковка. На тыльной стороне мы сразу же видим огромный портрет нашего Мстителя. Также название Avengers и большая буква А. Ну, это наш фирменный значок ТОС. Вот, можете поближе посмотреть. С правой стороны крыло, значок Капитана Америки. Сзади предупреждение. Китайцы, может, что-то придумали новое, но мне сейчас впадло переводить. Также с левой стороны есть еще одно крыло. Сверху мы видим надпись Капитан Америка, снизу такая же самая. Переходим на следующий слой. И здесь мы сразу же видим фигурку. Вот она, вот эта фигурочка должна быть там. И значок А. Avengers, право и лево снова крылья, и сзади компания Hot Toys и создатели фигурки. Я Америка. Капитан Америка. Самый патриотический капитан в Америке. Ну, вообще-то хотелось бы поговорить про его костюм. Он сделан из качественных материалов и очень приятный на ощупь. Также он выглядит довольно плотно, что добавляет такой брони капитану. Его перчатки, наплечники и ботинки сделаны из твердого пластика, что тоже добавляет ему такой броневатости. И также на животе вот эта красно-белая вставка, она тоже выглядит как такая часть брони. Есть также ремень, который подвижный, и кажется, что вот эти все штучки снимаются, но это не так, они тут все слитно. И что бы еще хотел сказать насчет скульпа. Вот актера, сыгравшего Капитана Америку, Криса Эванса, можно узнать даже в этой маске, по его взгляду и такому типичному выражению лица. Что еще хотелось бы сказать насчет маски, есть вот такая буква А на тыльной стороне, по бокам также его знак, крыло и вот эта звезда на груди. Капитан Америка очень подвижный, он имеет 30 точек артикуляции. Вот голова его движется на все 360 градусов, можно приподнять немножко вверх, вниз, как угодно. Вот голова движется очень хорошо. Руки также имеют такую гибкость, но она немножко меньше из-за плотности костюма. Вот, можно поставить вот в такие разные позиции. Также движется кисть. И немножко даже движутся подвижные пальцы. Корпус нагинается буквально чуть-чуть вперед и назад. С этим лучше не играться, потому что костюм очень плотно на нем сидит. И можно даже что-то где-то растянуть. Ноги также движутся не сильно впечатляюще, можно вот так вот максимум раздвинуть их. Это не, ну, больше не дает сделать костюм. И ну, с коленями все в порядке, вот так вот они движутся. Ступня не движется совсем из-за того, что ботинок из твердого пластика, и поэтому вот весь ботинок он слитный. И поэтому ступни движутся нехорошо. Что сказать про подставку, она классическая, на ней вот такая надпись Avengers, также Капитан Америка, и вот оно так в паху держит нашего капитана, нашу фигурку. Из аксессуаров у Капитана Америки есть пара кулаков,
стандартный набор, ну, второй кулак на героя, на фигурке. Также есть две ручки для держания щита, есть две ладони раскрытых, таких свободных, а также две ладони для того, чтобы бросать щит. Точнее, одна для того, чтобы бросать щит, а вторая, типа, я выбираю тебя. В этом наборе есть два щита. Один щит такой шайни, новый, прям с фабрики, а второй такой уже потасканный в боях, с царапинками, потертостями, весь такой тусклый. В общем, выглядит довольно круто. Есть также заменная голова со скульптом Эванса и вот маска съемная. Как их использовать и крепить, я вам покажу немножко позже. А также оружие Читаури, которое появляется в руках у Капитана Америки всего на 3 секунды в фильме, но Hot Toys почему-то решила его использовать в этом наборе. Ну и как воссоздать ту сценку, я вам покажу немножко позже. Патриотический дух занес к нам в студию Капитана Америку, и мы подробно о нем поговорили. Ну а я хотел бы обратиться к вам, зрители, и спросить, чего бы вам хотелось бы увидеть нового в наших видеообзорах? Пишите нам комментарии под этим видео, ну и под остальными. Оп. Да, алло. Да, вы сейчас здесь будете? Ого, хорошо, хорошо, да-да-да. Сейчас заедет шеф. Секундочку, подождите. Опа! Опа, я... а вот и он. Как дела? Здравствуй. Кто у нас сегодня в компании? Капитан Америка. Отлично. И причина вашего визита? У меня есть официальное заявление к нашим подписчикам. Ребят, есть такая идея сделать видеообзор прямой трансляции через YouTube. Если вам это интересно, вживую задать вопросы, на которые мы сразу же сможем ответить, показать те или иные детали, моменты, мелочи, фигурки. Пожалуйста, пишите нам. Если вас эта идея заинтересовала, в дальнейшем мы сделаем голосование на какую из фигурок, которых вы предложили. И сделаем трансляцию. Да, это очень крутая идея. Для вас был Илья Буслов, Антон Архипов, Капитан Америка. И это Вселенная Супергероев. До свидания. И мы запрыгнули в колец. Малой, отдай щит. Но. Ну отдай щит. Ну хоть песенку спой, малой. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на-ба-на-на. Купи слона. Окей.